Литература в подарок. Акцию, посвященную Дню чувашского языка, запустили в нашей республике. 10 апреля за две недели депутаты Госсовета и писатели вручили детям сотни книг, выпущенных чувашским издательством. На днях с подарками в цивильскую школу к своим землякам приехал писатель Николай Ижендеев. Если вы прочтете в семейном кругу эту книгу, я уверен, вы обязательно найдете общий язык с родителями. Эта книга называется «Тадак Тралавадыман. Дуб с обломанной вершиной». Почему ветер не может повалить одинокий дуб? И кто такие красные следопыты? Ответы на эти вопросы вместе с главным героем повести Костей Малыбашевым юные читатели узнают уже дома. Эти книги пополнят семейные библиотеки. В повести прослежена связь между детьми 70-х годов прошлого века и настоящими детьми. Впрочем, с писателем ребята уже знакомы, и не только потому, что он их земляк. Его произведения входят в школьную программу. На уроках чувашской литературы мы изучаем этого писателя. Все его произведения носят философский характер, они проникнуты глубиной. Дети мало читают и не всегда посещают библиотеки. А то, что вот сам поэт приехал и участвовал в акции и вместе с нашими учениками, я считаю, это очень актуально и нужно нашим детям. Книга – лучший подарок, так принято говорить. И сегодня он вновь актуален, особенно в канун Дня чувашского языка, который ежегодно отмечается 25 апреля, в день рождения великого просветителя Ивана Яковлева. Ирина Волкова, Алена Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.